Раз, два, три, четыре. Всем привет, это рубрика «Зарядка». Я не зря сейчас сижу в позе русалочки, потому что сегодня мы с вами будем делать, собственно, русалочку, ветерок и скамеечку. Поехали! Раз, два, три, четыре, продолжаем. Исходное положение. Встаем на колени. Колени сейчас вместе, осанка ровная. Без помощи рук опускаемся в правую сторону. Присаживаемся полностью на бедро. И без помощи рук встаем. Вниз, вдох. И на выдох. Поднимаемся. Отлично. Вдох. Что мы сейчас с тобой прорабатываем? Выдох. У нас напрягается задняя поверхность бедра. Поясница. Сокращается бок. Напрягаем пресс. Очень много мышц задействуем. Выдох. Это полезное упражнение? Очень. Вдох. Противопоказания явные вот есть? Лень, да. Лень. И, скорее всего, какие-нибудь проблемы с коленными суставами. Так. Все остальное здесь полезно. То есть, если болит поясница у вас, это упражнение самое-самое то. Да. Как раз-таки укрепляет поясничный отдел. Не сутулимся, разумеется. Держим ровную осанку. Вот когда такое выполняешь, ощущаешь всю тяжесть некоторых частей тела. Да, тем более, что таз – это самая тяжелая часть тела в нашем организме. Поэтому, конечно, поднять ее требуется достаточно усилий. Поэтому работаем. Вдох. Выдох. Вдох. Сколько нужно сделать? Я думаю, в общем, 20 повторений и 3-4 подхода. Чуть я устала. Отдыхаем. Русалочка устала. Русалочке нужен ветерок. Ветерок. Плавно переходим ко второму упражнению. Угу. Исходное положение. Стоим на коленях. Руки в стороны раскрываем. Самое сложное в этом упражнении – удержать ровный корпус. Абсолютно ровная спинка. Руки балансируют вперед. Лопатки укладываем назад и возвращаемся вперед. Назад. И возвращаемся вперед. По ощущениям, я раз 5 не больше сделаю. Потому что это очень трудно. Обратите внимание на то, что мы не расслабляем ягодицы, мы не присаживаем ягодицы на пятки, мы оставляем ровным корпус. Пресс ягодицы в постоянном напряжении. И возвращаемся. Вдох. Ровный корпус. Опускаемся лопаточками назад. И выдох. Пресс бедра, ягодицы. Напряжение. Вдох. Выдох. Лена, то, что колени чуть-чуть болят. Ничего страшного. Небольшое растяжение межсуставных связочек. Возвращаемся. Это даже полезно. Вдох. Выдох. Амплитуду движения каждый может регулировать для себя сам. В идеале вот это упражнение, ветерочек, который на нас дует, можно доводить практически до параллели с полом. Выдох. Вот как я сейчас. Вот, параллель с полом. Вдох. Вот так же. Третье упражнение. Скамеечка или планка. Руки на предплечье. Мы с вами попробуем сначала облегченный вариант планки, ну и потом обычный вариант планки, стоя на предплечье. Чем хорош первый вариант, когда колени опущены на пол? Это уже планка, ты хочешь сказать? Это уже планка, и в ней можно стоять, это не зазорно, это не скучно, и нагрузка здесь есть. Здесь нам легче прочувствовать поясницу. Когда у вас колени выпрямлены, вам сложно понять, что я имею в виду, когда мы говорим с вами о том, что поясница у нас напряжена и слегка округленная. Таз немножко подкрутить. Вот. И стоять в этом положении. Это уже планка. Стоять в ней комфортно, удобно, и вам легче почувствовать мышцы поясницы, чтобы не было лишней вредной нагрузки для вашего позвоночника. Чтобы еще большую нагрузочку дать, мы выпрямляем колени и стоим в классической планке с предплечья. Не забываем про то, что таз, ягодицы как были напряжены у нас, так и остаются в напряжении. В общем, друзья, вы все поняли, просто мы очень долго снимаем это упражнение, я уже устала, честно говоря, стоять в этой моей любимой планочке. Повторяйте за нами,
и у вас будет крепкая и здоровая спина. Пока-пока. Пока-пока. Раз, два, три, четыре. Ходьбу закончится.